Наконец-то встретились в Кишиневе. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо большое, конечно. Это поздний перелет, мне кажется, не самый удобный. 30 лет. Вообще, да. Я был на день рождения великого человека, моего друга Георгина. Спасибо большое, что нашли время. Непростой период сейчас мы проходим. Здесь, в нашей стране, ну, вы наверняка следите, видите, у нас идет активная работа, активная борьба, но мы идем по правильному пути. Большинство граждан нас поддерживает. Вот некоторые конкретные и эффективные шаги навстречу нашим дружеским отношениям с Россией. У нас были уже 10 встреч с президентом Российской Федерации. Это было 17 января, 17 марта. Надо, это был президент. В каком плане?